А во времени с вами Total House, и я продолжаю, естественно, прохождение игры Европа Универсалис. Божественный ветер за Византию. Давайте сделаем там все дела, которые мы наметили. Мы недавно перешли в 16-е тысячелетие. У нас 1500 год уже. Это достижение. Особенно то, каких высот мы достигли. Очень много территорий было завоевано. Очень много у нас союзников. Точнее, унии. Унии у нас есть. Тут пока починим наши корабли. Так, а тут переправочку войск сделаем. В Тамбове восстание небольшое, но ничего. Вот сейчас быстро подавим. Я думаю, они в Воронеж пойдут. Рост числа контрабандистов. Но стабильностью я не могу жертвовать, уж простите. Стабильность — это прямо-таки краеугольный камень в нашей империи. Потому что если полетит стабильность, полетит вся империя. Хотя минус один стабильности я переживу, как я думаю. Но вот минус два стабильности, а такое вполне может быть. Особенно если мы будем наблюдать, что? Метеор. А тут это иногда случается. Кстати, не помню, было ли у нас наблюдение метеора за нашу всю игру. Вполне возможно, что было. Так, занимаемся мы переправкой войск. Это десант фактически. У нас тут морские котики высаживаются в гипералтар. Должны контролировать этот пролив, да? То есть спецназ такой византийский, греческий. Так, успешная колонизация. Естественно, успешная. Кстати, а сколько процентов у нас на колониста? Так, ладно, походу придется ждать, пока колонист появится. Ту-ту-ту. Так, Перми у нас есть. Тамбове. В Тамбове нету. Давайте тут построим. Дом благородного. Ой, не дом. Все время путаю. Резиденцию благородного судьи. Ну, вот эти вот все территории индейские мы португальцам сольем. Так надо. А уж потом... А уж потом мы отберем у них все колонии. Вот прям все колонии отберу у португальцев. Думаю, им будет очень обидно. Тут, естественно, у них, да, 2750. Это большое население. Давайте, кстати, сразу подготовимся к десанту. Надо все эти острова захватить. Так. Появилось еще одно ирландское государство. Ленстер. Мы с ними сразу династический брак делаем. Ну, англичане не смогут добиться успеха по той причине, что я их просто переобратил в православие. О, кстати, они стали наконец-таки переобращать в православие своих провинций. Это очень радует. Но я надеюсь, они все эти территории потом захватят обратно. Потому что я бы хотел прямо такую Англию видеть в качестве унии. Так, а вот этот вот десант, я думаю, будет для... Стоп, они, наверное, не так называются. А, нет. Азорские острова, все верно. Все, надо уже готовиться к войне. Сейчас мы скоро начнем войну. Давайте сюда священника отправим. В Сеуту потом. В Сеуте нет священника. Так. Ну, у нас тут неплохо по армиям. Плюс у португальцев, походу, здесь нету своих армий. Вот эту вот
армию мы переведем вот сюда. Да. Так, ну все, сейчас начнется война, я так думаю. Воевать будем за колониализм, естественно. Так, полетели. И вот этой. Вот этим кораблем тоже поехали сразу в нужное место. Так, сюда я отправил. Шансы 71,5%. Здесь шансы 71,2%. Все, давайте колониста отправляем. Все как надо. Делается. Так, стоп. Вот сюда церковь поставим. И назначаем генералов наших. Все, я в предвкушении войны. Так, успешная колонизация, отлично. Отлично, что она успешная. Чем мы там доплывем? Да, сейчас уже доплывем. Так, ну что-то тут мы не сможем походу прожить. А, у нас снабжения здесь не хватит. Надо, наверное, тогда... Так, ладно, отправляемся пока вот сюда, на границу. И сейчас будем прорываться. Так, Кавасим, Жикеру. В Кавасиме мы подавим восстание. Все, давайте войну. За колониализм. Ну давайте, да-да-да, восставайте. Почему они восстают, я не понимаю. Началась война. Типа, почему вы восстаете, ребят? Окей, совершаем наш десант. Одну армию сюда, одну сюда. Давайте, кстати, вот так можно даже делать. Прикиньте, как я умею. Так. И вот так вот. Тройной десант, собственно говоря. И давайте на Азорских островах тоже высадимся. Здесь сразу вот сюда перейдем. Здесь сюда и тут вот так вот. Все. Португалии хана. Прям конкретная такая хана. Захват наверное делаем. Ух ты, у них тут большой флот. Так, что тут у нас? Высадки были произведены, естественно. А потом обратно. Так, стоп. А где у нас еще один? У нас же было 5. Ладно, непонятно почему. Так. Делать ли мне что-то? Консерватизм, инновации, западный образ жизни. Стабильность на 5 понизится в таком случае. Я, наверное, не буду делать западный образ жизни, хрен он мне нужен. У нас свой путь. Мы же играем за Византию, да? Значит, у нас свой путь. Все. Так, а вот тут, тут у нас что? Крупное восстание, дестабилизация, не, ну нахрен. Так, рост стабильности. Рост сбора налога с провинции. Может сделать ставку на качество, допустим. Количество, число рекрутов, скорость пополнения полков. А вот скорость пополнения полков, это, кстати, важная штука. Достаточно-таки важная. Ладно, я, наверное, ничего так особо менять не буду. Хотя, может, консерватизм сделаем? Так, ересь, массовые волнения. Теолог. Нормально. Собственно, нормально. Второго уровня теолог. Нахрен мне такой нужен, не понимаю.
Так, ребята, ну давайте вы поменьше восставайте, мне это не совсем нравится, когда вы вот так вот восстаете. Так, опасненько, опасненько. Мне бы, по идее... Так, ладно, этот месяц здесь дождем. Чиаха. Ну окей, ребята, захватывайте там свою чиаху. Вообще похрен на эту чиаху. Так, самое главное увидеть, когда их флот подплывет. Да, пусть уезжают. Так, захватываем, естественно, и погружаемся на корабли. Остался только Тринидад и Тобаго. Ну, тут он просто Тринидад называется. Так, давайте здесь тоже погрузку сделаем. На горизонте нету войск, точнее не войск, а флота. Вот он, кстати, он уже за нами выехал. Так, а давайте шведов призовем, там вроде бы шведы были. Так что их флот может задержать. А, нет, не успел. Не успел. Так. Здесь немного кораблей. Все, сюда. Потом сюда, сюда. Окей, нормально. Можно, кстати, где-нибудь корабль какой-нибудь отсоединить и спровоцировать португальцев на то, чтобы они... вышли. Так, давайте вот так разбредемся по португальской земле. Там захватываем им сейчас все. Так. Ну, нормально, в принципе. Манглышаки победили, давайте закрепим успех. Так, в Саратове у нас восстание, хорошо. Пусть будет так. Так, что тут у нас? Ребята пытаются захватить мои территории, ну да ладно. Захватывайте, мне не жаль. Флот же мой не перехватили? Нет, не перехватили. Давайте отсоединим одну галеру и типа спровоцируем португальцев. Может получится. Но пока что я завершаю эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. В следующей серии мы добьем португальцев. Всем пока.